Пиковая дама, приди! Пиковая дама, приди! Ну и где? Да ща, погоди, я чувствую, она где-то здесь. А, ты слышал? Да это ветром дуло, ничего такого. Ты чё, вообще не боишься? Да чё бояться, бабушкины сказки всё это. Ладно, верю. Бабушкины сказки, значит. Ну-ну. Ты зачем меня укусил? Я же зомби! А я решил, что пока я человек, я тебя укушу, и ты тоже человеком станешь. Мы так не договаривались. Но ведь сработало. Не-а. Боже упаси. Кажется, он все понял. Он понял, что мы не его родители. Да он недоносок. Вечно свой нос сует. Ну, раз на то дело пошло, может, его на органы сдадим? Ты вообще офигел такое про нашего сына говорить? А жопа на рынке нынче сколько стоит? Да нам на две жизни хватит. Сыночек мой, сыночек. Чё стоишь? Нож быстрее неси. Можешь не стараться. Куда намылился? Мам, вот он мою попу вот своим ремнем от джинс всю отбил. Реально. Поэтому вот на рынке она тебе вообще дешево обойдется. Если только на Авито выставлять. И плюс она бракованная. Он проснулся. Не, я вообще сам собирался из этого дома уйти. От вас тут говной воняет. Нищеброды. Малой, пистолет украл? Да, украл. Давай сюда скорее. Да. Малой, заткнись, нас сейчас палят. Чуть не вырвало. Сынок, послушай меня, выслушай меня. О, меня подстрелили, я не смогу больше жить. Ты беги, спасайся, беги. Да кого ж ты нас оставил, родной? Кусай. Наконец-то, слушай, покойся с миром. Чувачки, подождите, я остаюсь, подождите. Точно. Малой, ну-ка достань мою военную форму из шкафа, примерь, посмотрим, какой из тебя солдат получится. Я буду солдатом, как ты? Я что, теперь типа солдат? Ты типа идиот. Ладно, давай, скажи что-нибудь. Тормоз, отчетливо скажи, служу России. А, служу, мачки, Россия! Служу, не тужу! Служу, прислужу! Позаднись уже! Снимай одежду, клади обратно! Господи, всех нормальных отцов нормальными сыновьями наградили. Нет, блин, мне этого обдолбыша дали. Да больно надо. Я вообще киберкотлета. Пью-пью-пью! Хедшот. Пап, пап, у меня к тебе очень интересный вопрос. А когда я родился, какое слово первое сказал? Мама или папа? Ну ты-то не рождался. Неважно. Мама, естественно, мама. Сынок, а сынок? А ну скажи, батя лучший. Батя лучший. Ну хорошо, просто скажи папа. Так, подожди, пока не говори. Да, Каки? Жопа приключилась, да? Жопа? Я тебе теперь звоню. Завались, малой. Папа, жопа, малой, жопа, закрой. Жопа. Малой, закройся. Мама! Ты слышал? Жопа! Лошадиная жопа! Ты что наделал? Жопа! 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 Да это вообще не я-то. Завались, твой. Отдай его сюда. Жопа! Мама пала. Фу, уродились, блин. Наконец-то они меня выкинули. Да, Данил, гулять пойдешь? А, Али, прикинь, что узнал? Чё? Короче, одна почка стоит 10 мультов. Данил! Чё? Данил!
Так, стоп, у меня и так одна почка, отстань. А где вторая? Продал. Зачем? В Бравл Старс задонил. Красава, бродая пятюня. Подумаешь, без почек останешься, пойдем. Да отстань, а что свою почку не продашь, а? Так, вы что орете? Опа, прикинь, мы узнали, что одна человеческая почка стоит 10 миллионов. Серьезно? Мне не нравится, как он на нас смотрит. Хватит дрыгаться, говорю, ну! Папа, отпусти! Так, кто следующий на операцию? Готовьтесь. Мы на операцию, доктор, мы. Пап, посмотри, что это там такое с моей свистулькой? Что не так-то? Он же громадный! Вот этот прыщик, что ли? Руками не трожь! Радоваться надо, что стоит, а то у папки уже через раз работает. Как убрать-то? Может помазать чем? Ага, только не растирай, а то еще больше запачкаешься. Ну серьезно, что делать-то? Не хотел тебя расстраивать, конечно, но тут только кастрация. За что я ими попользоваться-то не успел? Сидел спокойно, кушал пельмени. Какая война? Не шуми, малой, а то спалят. Да пап, в смысле не шуми? Я голоден, как собака. О, спасибо. А кто это был? Папа, не держи! Малой, ты пожрать что-нибудь взял? Спрашиваешь? Конечно взял. Молодец, давай, доставай. Ешь, пока горячий. Пап, ты куда? Нужно сходить на разведку, сынок. Ты побудь здесь, береги себя. Вот у меня папа герой. Классная разведка. Что-то мы мелко плаваем, Серег. Погнали на тот берег, переплывем? Ты чё, там же глубоко. Ну и плавай тут один, я вот вообще ничего не боюсь. Да конечно, рассказывай. Хо, смотри. Ну это так, подстраховочка. Я молодой аристократ, на-на-на. Деньги столько раз. Чё, сдуваешься что ли? Ты чё вылазишь? Ты же не переплыл. Ну его нафиг твои споры, живее буду. Мам, можно я домой пойду? А ты чё, Игорёк, уже всё собрал? Нет, просто мне очень жалко. Так, сынок, малина сама себя не соберёт. И, кстати, осторожней будь. По поводу? Клопа не раздави. Клопа? Кто это? Это насекомое, которое, если раздавить, вонять будет капец. А, хорошо. Ой, я, кажется, что-то раздавил. Что? Насекомое какое-то. Клопа. Мам, ты куда? А чем ты так воняет?